Акция «Пешеход. Пешеходный переход» проходит в Симферополе в течение 2 недель. Инспекторы вместе с волонтерами напоминают пешеходам о правилах перехода через проезжую часть. Я считаю, что необходимо проводить такие меры для пешеходов, потому что некоторые пешеходы не соблюдают правила дорожного движения, и, соответственно, от этого случаются неприятные ситуации. Акция направлена на профилактику ДТП с участием пешеходов. Она проходит совместно с волонтерами, которые отмечают невнимательность некоторых пешеходов при переходе через проезжую часть. Они обычно даже не смотрят по сторонам. Кто-то подходит, у него в ушах наушники, играет громкая музыка, в это время она его отвлекает, и он даже по сторонам не смотрит, да? Это может привести к чему? Дорожно-транспортному происшествию с участием пешеходов. То есть нам это не нужно. Акция проводится у нерегулируемых пешеходных переходов и рядом со школами. Приятный сюрприз пешеходам – подарки. В рамках акции перед нерегулируемыми пешеходными переходами наносятся надписи о важности соблюдения правил дорожного движения. Также с пешеходами проводятся профилактические беседы и раздаются светоотражающие браслеты. Цель профилактических бесед – напомнить гражданам правила перехода проезжей части. С начала акции к ответственности за нарушение правил дорожного движения привлечен 51 пешеход. Перед тем, как пройти проезжую часть, следует убедиться в собственной безопасности. Просто посмотреть по сторонам, что все транспортные средства увидели вас, снизили скорость перед пешеходным переходом или вообще остановились. Также в ночное время следует на верхней одежде иметь светоотвращающие элементы. Внимание уделяется и водителям. Сотрудники напоминают, что пешеход пользуется преимуществом и автомобиль обязан уступить дорогу. Уже 82 водителя были привлечены к ответственности за то, что не пропустили пешехода. Прежде чем переходить, пешеход также обязан, как и водитель, убедиться в безопасности, своей безопасности перед пешеходным переходом. Также и водитель перед проездом, перед пешеходным переходом обязан остановиться и убедиться в том, что нет ли пешехода. В ДТП, независимо от того, кто прав или виноват, в итоге страдают обе стороны. Быть бдительным – общая задача и пешеходов, и водителей. Продлится акция до 15 ноября. Илья Кутузов, Максим Голубев, телеканал «Миллет».